архива. И из-за этого, что это папка, оно могло его не читать. Да, так и было, я закинул папку именно. Надо было не папку, а содержимое. Ну, то есть, где сами карты закинуть в Maps. Окей. Прикину, значит. Подождите, как вы там расставились? Стой. Ебаните меня это. Ребят, извините, но я, вы знаете, алены вначале чуть-чуть немножко не живут. Я буду помогать вторыми юнитами, и по большей части, как только я сделаю себе второй грейд, я буду полноценным игроком. Это все понятно, но я-то тоже нубас, меня салют там. В том-то и дело, что если слабых игроков ставить в центр, то они будут, ну, как правило, стоять, развиваться и не помогать. А так я тебе хелпану. Ага, ты мне, получается, хелпанешь. А, ты вот рядом, да, со мной? Да. Ага, ну ладно. Я рассчитывал, что я кому-нибудь хелпану там, блядь. Попробуй взять его штурмом. Ты мне что там это, советуй, что-то где проебу там, блядь. Хуй знает. Как серьезные вопросы, если мы вроде как поставили, где мы должны быть. Если меня разъебут, то все, пиздец. Что? А что тут в центре есть интересного? Высочайших нихуя. Поставил, это же все, это же мы их выиграем. Да нас бы разъебали. Погоди, высочайшие? Да вы гоните, нас разъебут нахуй, блять, с вами. Я, если что, один на один с высочайшим играю. Да я тоже один на один играю. Я двух пределов один на один выиграл, и что? Блять, как это возможно? Да, ты не видел там реплей где-то есть? Я видел реплей, нет, я видел, как там типа ты рофлил на тему того, что... Как ты играешь против пределов? Построил кучу юнитов и смотришь потом на карту, а он уже с армией, типа, полноценный. А. Я вот это видел, а игру против двух пределов я не видел, нет. Но такого, это не на видосе, это реплей просто. Это что-то интересное, надо будет посмотреть, поискать. Оно прям пиздец далеко было, оно где-то в 2000 каком. Август 2019, если ты сможешь чекать. Где-то так. Или июнь. Короче, не помню нихуя. Ну, я не знаю, ты бы хотя бы для приличия двух пределов поставил на спире. Да, я тебе говорю, у нас не настолько сильные игроки. Ну, мы и втроем-то могли бы победить. Я-то знаю, что я против пределов играю. Тут видишь еще то, что центр надо держать. Так. Я, кстати, фишку вот этого электростанции не понял вообще. Я не помню, что она там делала. Производительность увеличит. А, точно. Надо получше запоминать, что делают всякие штуки. Ну, я полагаю, тебе будет правильно отдать вот это с моей стороны. Че, я ничего не вижу. Ты ничего не видишь? Ну, то, что между... Тот город, который между нами, как будет правильно. Слышишь? Нет. Вот. Да, вот как бы вот эту часть, по идее, будет правильно отдать тебе. Блин, на какую кнопку смотри, рисовать? А? На какую ты кнопку рисуешь? Я на W. Ну, не W, а V. Короче, город, который между нами с тобой, что я считаю, W? Что правильно будет отдать тебе. Ну, я понял, окей. Окей? Окей. Окей. Блять, я впервые видел, что тут рисовать можно. Какой W, но не работает на W? Ну, не, ну V. Не W, V. В. А чё вы?
Да-да-да-да-да, я знаю эту фишку от предела. Ой, блин, пределов высочайших. Они классно так делают. Они очень любят это делать. Вот там выигрываешь. Хуй знает, он тут пошел город рядом со мной захватывать. Пытаюсь отбить, блядь. Пиздец, наверное, мне сейчас Я опять. иду. Лол, он тебя город этот захватывает, какой он молодец. Шкет берем. Потащи героя. Ой. Чек тебе дал, там возьми с собой. Где? Город, который Там я отбивали. он. Какого он уровня-то? А, блядь. Ну, один я прокачал. А сейчас он будет апаться, нет? Слабо, нет, конечно. Тщать его вернуть. Я пока второй уровень исследую. А какой уровень надо? Второй нормально будет? Ну, с третьим передашь. Ну, или просто там поставишь, чтобы он за моим героем там ходил.
Ты не хочешь забрать эту прекрасную штуку? Зачем тебе город? Она приносит тебе... Это твой город? Или что происходит? Ты не видишь мои пинги? Проблема в том, что там как бы войска, а у тебя войск почти нету. Поэтому предлагаю забрать эту штуку. Я хотел бы отдать ее тебе. Чаще комбы нас разъебали. Мне, бля, столицу ковыряет, он охуел. Блять, кому там у меня избыток голды? Вы там играете, что ли? Да, ты чё вылетел? К сожалению. Вышел вообще. Там наверху нужна помощь. Я подхожу. Ты, блядь, ты чё ты у меня стоишь, вы? Ты шёл, блядь. Вот так вот и разъебывают со старта, блядь.
Ебать, вы крутые челики, сука. Че? Сиги в го, блядь. Хуйнул шахту, блядь. На моей территории въебал шахту, блядь. Попробуй центр отобрать. Ульта есть, если что. Ну, блять, он третий уровень. Розовый это противник с фиолетом. Блять, у меня город спиздили. Ковчег спасай. Блять, бункер не успели. Не охуеть. Пизда рулям, блять. Кстати, бабки за бункер вернули. Приятно. Ладно, чё, выходим. Так вот нас раскатали, блядь.